Здравствуйте, уважаемые зрители, и у меня для вас последние новости из мира российского шоу-бизнеса. К сожалению, у нас сегодня для вас трагические новости о всемирно известной певице Лайма Вайкуле. Лайма Вайкуле – известнейшая советская и российская певица, наибольшую популярность которая получила в 70-е, 80-е и 90-е года прошлого столетия. К сожалению, уже третий десяток лет Лайма упорно борется с заболеваниями. В 1991 году ей диагностировали рак груди, но певице удалось побороть болезнь. Врачи несколько раз уже просили Лайму Вайкуле бросить курить, ведь певица почти 20 лет не выпускает сигарету изо рта. Но, к сожалению, все напрасно. Певица не может избавиться от вредной привычки. И вот ее результаты. Еще несколько дней назад певица в своем загородном доме в Юрмале почувствовала себя плохо и была экстренно госпитализирована в районную больницу. Вайкуле диагностировали коронавирусную инфекцию в средней форме. Но в связи с тем, что певица курит и даже на время лечения не смогла отказаться от сигарет, ее ситуация резко усугубилась. Уже вчера вечером врачи диагностировали поражение легких более 45%. Сегодня с утра поражение достигало до 60%, а в обед врачи приняли решение ввести певицу в медикаментозную кому в связи с критическим состоянием здоровья. Лайма – одна из самых стильных и эпатажных певиц Союза и России. И, как сказал ее лечащий врач, Лайма сильная, она обязательно выкарабкается. Но этих сил уже не так много, ведь Лайме Вайкуле уже 67 лет. На данный момент родные и близкие Лаймы Вайкуле находятся в районной больнице Юрмала номер 14 и следят за состоянием здоровья своей любимицы. Ну а нам остается только сказать: Лайма, дорогая, держись, мы с тобой.